Ребята, привет. Долгий день сегодня был, много экспериментов, и выезжал на стрельбище пострелять. В поля сейчас, к сожалению, выезда нету. И вот хотел сегодня завершить, скажем так, настройку, доводку и закрыть все для себя вопросы с FX-пантерой. Слушайте, я остался крайне доволен, просто чрезвычайно доволен. 25 выстрелов на 100 ярдов не вышли за девятку. Девятка, напомню, это 30 миллиметров. Это очень круто, да, то есть прям стабильность потрясающая. Еще одну группу перед этим стрелял 25 выстрелов, две пули, ветер, ушли в восьмерку, остальное все в девятке и в десятке, соответственно. Супер круто. Ну что, давайте расскажу про обновочки, которые здесь есть. Это 700-кубовая колба с клапаном Air Marksman. Огромное спасибо ребятам из Utah Air Guns. Теперь еще и 300-кубовая, 300-атмосферная колба. То есть я теперь всю систему могу легко заправлять до 300 атмосфер. Еще из обновок у меня задний упор под мешок. И стрелять стало очень здорово, очень привычно, очень удобно, как я это обычно делаю. Не исключаю, что из-за этого результаты также подросли. Сразу озвучу, чтобы для себя не забыть, и потом, когда буду пересматривать видео, вспомнить, что я обнаружил. Ну, первое, да, я сначала долго стрелял пулями 5.525 с озеренными. Катюша 2.6, которым я обычно стреляю, производство Юрича. И что-то, вы знаете, ну, не получалось. Я проводил разные эксперименты с грузиками на стволе. Скажем так, ничего интересного для себя я не нашел. Сразу скажу, что я уменьшил заредукторный объем. Два таких грузика я поставил на ствол за редукторный объем. И сейчас здесь не более 90 кубов, надо посчитать. Я не считал пока, не более 90 кубов за редукторного объема. Потому что для тех настроек, на которых я стреляю, напомню, это 2,6 грамма, скорость порядка 275. Этого объема более чем достаточно. Вот если я захочу запускать их на 310 и далее, тут нужен больше за редукторный объем. Но в данной конфигурации винтовки мне меньшего заредукторного объема хватает, и есть у меня заморочка, которая говорит о том, что так, наверное, будет лучше. Давайте вкратце про различные доработки. Давно видео не было по пантере, я очень много всего пробовал, и что-то получалось, что-то не получалось, но вот сегодня пришел к определенным результатам. Снимал видео про то, как я двигал упор сошек по колбе, как менялась скучность, но я не стал его публиковать. Очень много монтажа, а информативности не слишком много, поэтому передвинул, как вы видите, крепеж сошек. Далее, здесь стоит клапан другой формы. Я убрал пружину клапана вообще как таковую. Я убежден в том, что на редукторных винтовках это можно совершенно спокойно делать. И клапан сделал каплевидной формы, то есть я сзади напрессовал пом, проточил его, скажем так, до некой каплевидной формы, и получил очень интересный результат. У меня экономия воздуха теперь составляет 10%. То есть если ранее у меня расход воздуха был 11.3 куба на джоул, то теперь у меня 10 кубических сантиметров на джоул. Я этим очень доволен. Стабильность не пострадала, скорость не пострадала, стабильность скоростей не пострадала, кучность, как вы сами увидите, тоже не пострадало. Это такой радикальный тюнинг, назовем его так. Я не буду вспоминать все, что я делал, это долго, и когда там нет результата, то смысл говорить о нем. Я убрал вот это вот колечко спереди ствола, которое центрировало ствол на кожухе ствола. Почему? Да потому что я в нем смысла не вижу. У меня стоит лейнер здесь. Лейнер вклеен в карбоновую трубку, все это вставлено в корпус ствола, назовем так, да, в главную трубку ствола. И вот эта часть, которая торчит вот до сюда, она не может гулять настолько, чтобы отклоняться от центрального отверстия или от модератора.
в общем, повредить модератор, да? Поэтому я решил, что без нее будет лучше, потому что я могу спокойно откручивать теперь этот кожух ствола, чистить ствол, ставить его на место, и СТП никуда меняться не будет. А, но опять же, это моя заморочка была, что с этой гайкой все-таки СТП может меняться, потому что мало ли не одинаковая толщина стенки у трубы, там какие-нибудь сотки. В общем, у меня свои заморочки, поймите, да, это не для обывателей. Я стремлюсь к другим результатам, поэтому у меня свои тут есть нюансики, скажем так. Далее, я убрал утяжелитель вольфрамовый отсюда. Он здесь абсолютно не нужен, потому что Фредерик Аксельсен рассчитывал систему, задумывал ее так, чтобы она работала на низких давлениях с большим заредукторным объемом. Так вот, при тех опытах, которые я проводил, вольфрамовый ударник не давал какого-либо плюса. Надо понимать, что здесь очень большой диаметр клапан стоит, десятка, по-моему. И он сам очень быстро закрывается. И по факту, если использовать тяжелый ударник, это ничего не даст. Он будет чуть-чуть сильнее открывать клапан, но он будет очень быстро закрываться за счет своего большого диаметра. Поэтому я проводил эксперименты с утяжелителями различной массы и пришел к тому, что поставил самый легкий утяжелитель. Для понимания, вольфрамовый весит, если я не ошибаюсь, 28 грамм, я поставил 6 грамм. И вот с этим утяжем винтовка работает вообще без проблем, прекрасно, да, то есть гнаться за тяжелым ударником здесь вообще никакого смысла нету. Что-то я столько всего делал, честно говоря. Что вам еще рассказать? Да, значит, с уменьшенным заредукторным объемом винтовка стреляет на этих скоростях при давлении за редуктором 140-145 атмосфер. Примерно так. Что мне... Почему я уменьшил, в том числе, там очень много причин было, но почему я уменьшил заредукторный объем? Чтобы быстрее набирался, да, потому что большой заредукторный объем долго набирается. Мне это не очень нравится, я его уменьшил, и теперь очень быстро происходит наполнение заредукторного объема, стабильно, четко, хорошо. Ну, наверное, это все, о чем вам нужно знать. Все остальные заморочки, ну их, ребята, там... Такие дебрились. Давайте посмотрим, как я пострелял. Я очень доволен результатом. Это просто что-то с чем-то невероятное абсолютно. В общем, здорово. Здорово. Благодарю всех за внимание. Будем считать это таким неким финальным отчетом. У меня есть одна задумка. Она мне очень интересна. Но по правде сказать, после сегодняшних результатов я боюсь разбирать винтовку, что-то трогать. Больно хорошо стреляет. То есть здесь 25 выстрелов на 100 ярдов не больше минуты в одной группе, понимаете? Это очень крутой результат, очень. Не знаю, я уже сделал еще один новый клапан, но он, по моему мнению, он будет очень круто работать на очень высоких энергетиках. То есть 2,6 грамма где-то на 315-320. А для этого нужен другой ствол, 800 сюда. В общем, я не знаю, удержусь ли я от соблазна еще поковырять винтовку. Вот я человек такой, понимаете? Вот есть винтовка, которая суперски стреляет, и уже сезон соревновательный на носу. Нет, вот, хоть еще одну пантеру привози для этих опытов. Ладно, все, смотрим, как я стреляю. Пока. Seven.
by. Wow.